Всем привет, с вами канал Armor Master. Сегодня у нас рубрика «После сборки», и рассматривать мы будем японский легкий танк Хаго от Fine Mods. Как и большинство других японцев, эту модель я только красил, не собирал, поэтому говорить буду в основном об окраске. В принципе, по окраске тоже все достаточно стандартно. Это поздний японский камуфляж, база жухлая трава, поверх нее полосы зеленого и коричневого цвета. В плане окраски все было достаточно, в общем-то, типично и стандартно, никаких подводных камней я не встретил. Маскировал, как обычно, блютаком. После блютака фрихендом, аэрографом еще немножечко аккуратно проходил границы, чтобы сделать их более плавными. Определенные опасения у меня вызывали декали за счет того, что стрелка в круге дается отдельным элементам, их надо между собой совмещать. Также боялся, что будут некие ступеньки, и действительно, после матового лака от Tamiya ступенька небольшая осталась, но поверх матового лака от Tamiya я покрыл декаль толстым слоем ультраматового лака от АК, а поверх него прошелся слоем АКшного же просто матового лака. И вот это все мне позволило убрать визуально ступеньку, то есть благодаря АКшным лакам декаль полностью сравнялась с корпусом. Ну, единственное, что нужно учитывать, что вот эти вот лаки от АК, они имеют низкую механическую прочность, соответственно, поверх, после их нанесения уже к модели никаких механических сил, механических воздействий применять нельзя. В остальном тоже все стандартно, немножечко сколов при помощи краски от АК и грифеля, нейтральная смывка от MIG Productions, потеки горюче-смазочных материалов, также специальной жидкостью от MIG Productions и небольшой слой пигментов для того, чтобы не убить весь камуфляж, то есть чтобы все полосы были хорошо видны. Вот, в общем-то, все достаточно стандартно, все достаточно обычно, никаких каких-то новых вещей. Вот кроме того, что ступеньки на декалях при помощи ультраматового лака от АК, я для себя в процессе работы над этой моделью, в общем-то, не выяснил. Все было достаточно типично, достаточно стандартно. Вот, в общем-то, наверное, на этом и все. Если вам было интересно, ставьте лайки. Чтобы быть в курсе новых видео, подписывайтесь. С вами был канал Armor Master. Всем пока!